Всем привет! Сейчас мы меряем компрессию на двухтактном лодочном моторе Yamaha 70 перед последующей разборкой. Мотор приехал из Амурской области, владелец купил его 2 года назад. Покупался бэушным, работал вроде как неплохо, но потом появилось подозрение, что зашумел редуктор. Мотор приехал к нам со снятым редуктором, видимо, владелец пытался понять, откуда идет шум и стук, и запускал мотор без редуктора. Редуктор оказался ни при чем, это шумит двигатель. Владелец купил себе Yamaha 90 4 такта, а этот мотор после ремонта он собирается продавать. Хочет сделать ремонт на продажу. Мы проверили, что в редукторе нет воды, масло чистое, все валы ровные, и приняли вместе с владельцем решение, что разбирать редуктор мы не будем, только проведем осмотр помпы водяного охлаждения. Начинаем разбирать двигатель и увидели следы ремонта. Красный герметик на корпусе сальников. Еще мы обратили внимание, что крышки выхлопа сидят на шпильках с гайками вместо болтов. Yamaha так не делает. Думаю, что кто-то вкрутил шпильки вместо болтов не просто так. Возможно, чистили систему охлаждения, могли сломать болты и решили выйти из положения таким способом. Потом мы поняли, зачем это было сделано. Это как раз и связано с причиной всего ремонта. Но об этом чуть позже. На нижнем цилиндре поршень побитый. Что-то попало в камеру сгорания. Есть задиры, причем не только на нижнем, а на всех 3 поршнях. На 3-м цилиндре рассыпался шатунный подшипник, и его сепаратор полетел и побил поршень и камеру сгорания. К сожалению, предпродажная подготовка будет недешевая. Придется растачивать цилиндры. Покупать новые ремонтные поршни, кольца, сальники тоже не в лучшем состоянии, гильзы в задирах, но самое главное без трещин. Разбираем коленвал, вот рассыпался тот самый подшипник, но он не мог сразу мгновенно рассыпаться, он перед этим долго шумел. Об этом даже говорит состояние шатунного пальца, который имеет огромную выработку. Были сомнения по поводу остальных шатунов. Мы их разобрали и увидели такую же выработку уже на другом шатуне. Есть также повреждения пальцев, а значит необходимо менять все шатуны, все шатунные подшипники и пальцы. Делать полностью капитальный ремонт всего коленвала, в том числе менять шариковые подшипники. Мы проверили водяную помпу и решили полностью ее заменить. Крыльчатка изношена, в стакане и в пластине выработка, корпус немного оплавлен. Заказали все запчасти, коленвал готов, собираем мотор.
Разобрали карбюраторы, чтобы их почистить. Уровень топлива неправильный. Поплавок в закрытом положении клапана должен горизонтально располагаться параллельно крышке поплавковой камеры. Кто-то попытался настроить карбюраторы на экономию топлива. Мотор работал на бедной смеси. На втором и на третьем карбюраторе та же самая ситуация. После чистки карбюраторов уровень топлива был выставлен правильно. Топливный насос был разобран, потому что через отжатые прокладки капал бензин, а клапаны насоса не закрываются. Нареканий на работу насоса не было, но здесь необходимо установить ремкомплект для топливного насоса, и мы его будем заказывать. Запустили мотор после сборки на обкаточной смеси, но работа мотора нам не нравится. Он работает нестабильно, плохо отзывается на регулировку. Выкрутили свечи и увидели воду. Вода из системы охлаждения просачивается в цилиндропоршневую группу. И мы сразу поняли, что нужно откручивать эти самодельные гайки и снимать крышки выхлопа, чтобы посмотреть, откуда может попадать вода. И что там вообще было сделано предыдущими мастерами. А вот тут начинается самое интересное. Прокладки все самодельные. Сняв крышки, мы увидели капли воды в выхлопе, эмульсию не сгоревшего обкаточного масла и вымытый нагар в некоторых местах. Нет сомнений, что в этом месте вода попадает туда, где не следует. Самодельные прокладки были на герметике, но может быть вода попадала через какую-то прокладку. Мы выкрутили все шпильки, они с одной стороны имеют резьбу М6 под гайки, а с другой стороны М8. В блоке все резьбы были переделаны из М6 под М8. В некоторых местах был ремонт и наплавка алюминия под резьбу. Может быть, поверхность после сварки стала кривой, и крышка выхлопа не может хорошо прижаться к поведенной поверхности. Таким образом, через зазоры вода проникает через выхлоп в цилиндропоршневую группу. Все эти мысли мы прокручивали до тех пор, пока не отпескоструили крышку. Показалась вот эта дырочка, скрывавшаяся под нагаром. Коррозия съела ее насквозь. И тут нам сразу стало все понятно. Мотор прекрасно работал, но со временем агрессивная морская среда сделала свое дело. Крышка прогнила насквозь, и через маленькую дырочку стала попадать водичка в подшипники. Но мотор работал, и подшипники зашумели из-за масляного голодания. Вода вымывала масляную пленку из гильз, поэтому на поршнях появились задиры. Предыдущие хозяева разобрали мотор, чтобы понять, почему мотор зашумел. Сняли крышки выхлопа, наломали болтов, потому что там всегда на соленых моторах болты откручиваются с большим трудом. Они не увидели ничего криминального, стали подваривать резьбы и изготавливать самодельные шпильки. Если бы они обнаружили эту дыру, через которую вода попадала в мотор, они бы ведь сразу, наверное, тоже ее заварили. Но и мы не сразу ее увидели, пока не почистили всю крышку. Предыдущие хозяева посмотрели на подшипники, что работать им осталось не очень долго, собрали мотор на старых и самодельных прокладках, на старых сальниках и сделали ремонт на продажу. Если вы не согласны с нашим мнением, поделитесь своими мыслями по поводу всей этой истории поломки. Мы отшлифовали посадочную поверхность крышек выхлопа, все резьбы переделали из М8 обратно в М6, вместо шпилек будем закручивать новые нержавеющие болты. Ставим другую крышку выхлопа, которую мы тоже отпескоструили и убедились в том, что она целая и на ней нет такой коррозии, как на старой крышке.
Мы ее дополнительно загрунтовали и специально покрасили, чтобы защитить от коррозии. Теперь уже гарантированно она будет работать. Ставим новые прокладки и собираем. Компрессия на необкатанном моторе по 8,5 кг на каждом цилиндре. Первый час обкатки мы производим у нас в сервисе, проверяем работу мотора и настраиваем. После обкатки, возможно, потребуется небольшая дорегулировка. Воды на свечах больше нет, свечи, кстати, тоже были заменены. Итоговый бюджет всего ремонта 94 000. Вот такая у нас получилась предпродажная подготовка.